Март 45-го года. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем Рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Воу-воу! Ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирсон в запое. Спасибо. Да ты твою мать шутишь, что ли? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косарине. Что ты сейчас сказал? Вы слышали? Иди отсюда, пока можешь ходить. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Убирайся! Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Мне приказали отступить. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв! Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный — это еще мягко. Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. Если Цусман жив, он за тем мостом, но его еще надо взять. Ну что, вот и он! Последний мост через Рейн! Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан или пропал! Все нас к этому вело! Держись! Ладно, со мной, давай! Нам надо занять въезд на мост! Есть, сержант. Пошли! Эй, не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс. Не пожалеете. Пошли! Колонна будет нашим укрытием, пока будем пробираться к мосту! Идем!
займитесь верхними этажами! Взорвут мост, надо остановить их. Стайлз, у тебя. Все бросили в бой. Просто тяни время. Мы займемся зарядами. Так, я иду вперед, а Дэниелс и Стайлз прикроют инженеров. Готовы? Пошли. Вперед! Эй, вы! Обезвредьте заряды под основной конструкцией. Рауты отходят! Тихо! И смотрим в оба! Иди! У тебя на прицеле, Дэниелс! Огонь! Актон! Ну! Постал! Не отвечай на меня! Фа! Тебе не помогут! Ко мне! Бросаю гранату!
Вперед, Эденя! Еще дымовую! Вот, держи! Полетела граната! Все. Дымовую! Готовы! Далее! Надо захватить зенитки!
Сержант, где они? Садись за зенитку! Защищай мост! Давай еще дымовую!
Прекратить огонь! Они сдаются! Все кончено! Все кончено! Мост наш. Капрал Говард. Я должен перед вами извиниться. Ты мне должен гораздо больше. Проходите! Вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился, Фриц? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. А ты знаешь, что делать с приказами Дэвиса? Вас понял, сержант. Ладно. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод. Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Но я нет. Нет, пока не найду Цуса. После моста мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Последний. Похоже на трудовой лагерь. Идем. Мне кажется, здесь никого нет. Наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать. С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Нацисты хладнокровно убивали наших парней, и никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, их казнили в назидание другим. Убивали самых слабых, тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! А ну-ка, взгляни на это! Следы ведут в поле. Видимо, туда их и повели. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант!
Я вперед! Сусман! Скорей! Ред, стреляй! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал и что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Пол! Ты умер там, в снегу, потому что я не смог. К черту, я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет, не сегодня. Тут умру в одиночестве. Попей, не спеши. Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. История взывала... И вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены к героям. Ну что ж, парни. Цусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Навещу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешено это еще мягко. Если будешь в Чикаго... Заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Знаешь... Когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни, ища любой способ выжить. Но ты мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. До конца.
На сей раз сон был другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой.